термопод с 6 температурными режимами и функцией самоочистки. Сегодня рассмотрим термопод Polaris, модель PW-P5011D. В комплект входит сам термопод, шнур, инструкция и гарантийный талон на год. Корпус устройства сделан из нержавеющей стали. Сверху расположена крышка с кнопкой для ее открытия, отверстие выхода пара и панель управления с дисплеем. Спереди носик подачи воды. Справа мерная шкала. У термопода есть ручка для удобной переноски. Сетевой кабель отсоединяется. Удобно, если решите перевести термопод, например, из квартиры на дачу. Колба для воды сделана из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии. Ее объем 4,5 литра. Этого вполне хватит на большую семью или компанию. Мощность прибора 750 Вт. Благодаря этому вода закипает быстро. Панель управления состоит из 5 кнопок. Они отвечают за подачу воды, таймер отложенного старта, повторное кипячение, блокировку и настройку температуры. На дисплее отображается текущая температура воды, заданная температура, значение таймера, время, оставшееся до конца кипячения, индикатор автоохлаждения и индикатор самоочистки. Здесь 6 температурных режимов в диапазоне от 45 до 98 градусов. Вода подается тремя способами. Кнопкой на панели управления, нажатием кружки на кнопку под носиком и с помощью помпы. Таймер позволяет отсрочить старт кипячения или поддержание температуры воды. Максимальное время отложенного старта – 24 часа. Во время самоочистки термопод в течение 5 минут будет попеременно включаться и отключаться. Закончив самоочистку, прибор перейдет в режим подогрева. Подведем итог. Термопод Polaris PW-P5011D вскипятит и подогреет воду до нужной температуры. У него корпус из нержавеющей стали, вместительная колба, 6 температурных режимов, есть функция отложенного старта и самоочистки. Устройство подойдет для дома, дачи и офиса.